чего тут третий день высиживаете? Пошли бы домой, поспали бы по-человечески. Кто у вас тут? У меня парень здесь. Его машина сбила. Его пока нашла здесь. А теперь он в реанимацию, но меня туда не пускают. Ну так вы же не родственник. Да нет, у него родственников, вы понимаете, я у него одна. Он детдомовский, понимаете? Видите мужчину с папкой? Это доктор Гелев, зав. Отделения. Попросите его, может быть, он жалится. Ну все, жди меня в ординаторской. Да, прошу. Решетов? Да, Решетов. Сергей. Сергей Владимирович. Он умер во время операции 3 дня назад. Подождите, как умер? Это какая-то ошибка, видимо, потому что мне... Мои соболезнования. Нет. Мои соболезнования, успокойтесь. Тело кремировали, потому что у нас такие правила. Если родственников нет, то тело кремирует. Морг не резиновый. Мои соболезнования. Сначала говорили, что он в реанимации, потом выяснилось, что его вообще кремировали, понимаете? Ну, перепутали вначале. Почему его тогда отвезли на скорой в институт трансплантологии? Да куда ближе было, туда и привезли. Вы понимаете, он к ним 7 лет ходил, он донор, он кровь сдавал, понимаете? Я когда молодой был, господи, тоже кровь сдавал. Ну вы что, не видите, что это все подстроено? Ну что у меня, понимаете, здоровый, молодой парень, группа крови известная, я не знаю, родственников нет. Взяли, вынули, что нужно, пересадили другому за деньги. Ну что? Успокойтесь, пожалуйста, вот вы на юриста учитесь. Вот вам везде криминал и мерещится, а к тому же вы еще и на нервах. Поймите, люди иногда просто погибают, просто. Я, честное слово, вижу ваше состояние. Но не знаю, чем вам помочь. Мне кажется, я знаю. Поможете? Ну а мы тут при чем? Это надо обращаться в отделение полиции по месту происшествия. Где авария произошла? На Пятницкой, между 7-м и 9-м домом. Ну глянь, базис. Вы что думаете, мне заняться нечем? Слушай, не простынет твой салат за 2 минуты. Глянь. Какого числа произошла авария? 13-го.
ничего, нет тут ничего. Чисто. Слушай, а могло быть так, что не зафиксировали в сводке? Исключено. Так, спокойно, спокойно, Лиз. Знаете что, оставьте свой номер телефона, я тут попробую разобраться, я вам наберу тогда, mm-hmm. ладно? Хорошо? Mm-hmm. Да, да. Любезный, говорят, у вас тут с пятницы на субботу человека сбили на машине. Не видел. Точно? Не видал-то. Я не из милиции. Я из страховой. Машина застрахована на колоссальную сумму. И они мне говорят, что они бампер снесли только потому, что человека сшибли. Бывает такое? А что, скорую помощь тоже страхуют? А его скорая сшибла? Не знаю, не видел ничего. То, что нужно Жене сказать. Почему я? Нет никого. Со мной она говорить не хочет. Я в ваши игры не играю. Звони. На ДТП с летальным исходом дело не заведено. Это раз. Институт трансплантологии – это два. Машина скорой помощи – это три. Плюс поспешная кремация. Пирогов, все это здорово. Дело не заведено. Зачем мне этим заниматься? Так давай заведем. Это тебя страх надоумил? Нет. Ну а зачем тогда нам это надо? Ну так надо помогать. Девушка же у нас практику проходит. Надо помогать ближнему своему. Ладно. Съезжу я в эту трансплантологию. Только страхов не говори. Хорошо. А вы ему кто, простите? Я ему старший следователь из Следственного комитета. Что тут может заинтересовать Следственный комитет? У него были травмы, несовместимые с жизнью. Мы сделали все, что могли. В чем, собственно, дело? Почему в полицию не поступил сигнал о том, что к вам доставлен человек с тяжелыми травмами? Как вы говорите, несовместимыми с жизнью. Потому что в полицию сообщает скорая, которая привозит пациента. А в этот день дежурила скорая не из нашего института, из 13-й больницы. Мы вообще были не обязаны его принимать. Но ввиду тяжелого состояния сделали исключение, о котором, похоже, я еще не раз пожалею. Ну, надеюсь, что нет. Какие операции проводились в ночь с 13-й на 14-й? Может быть, вам это покажется очень подозрительным, но я не помню. У меня по 5 операций в сутки, иногда и больше. Ну, тогда я знакомлюсь с архивом, если вы не возражаете. Ну, что вы. Имя пациента в журнале не указано. Гелев отказался его называть, ссылаясь на врачебную тайну. Донор – некто Иванов Сергей Никифорович. Так что по документам у них все чисто. Что у вас? Да что у нас? Съездил в 13-ю больницу, вызов на пятницу не зарегистрирован. Жарик фон... Скорые рассматривал, но тоже ничего. Ни вмятин там, ничего такого. Да там все скорые, новые, в идеальном состоянии. Как будто только что с конвейера. Ну и что мы имеем в совокупности? Полный ноль. Не ноль, а икс. У нас есть некий мистер икс, которому пересадили чью-то печень. Бедный студент регулярно сдает свою кровь в институт трансплантологии. Дело, конечно, благородное, но не очень прибыльное. А мы знаем, что студенты живут не очень богатые. Сдает он кровь регулярно,
Значит, какие-то бумажки там анкеты заполнял, все знают о состоянии его здоровья, а также знают, что родственников-то у него нет. Так что случись что, ну вот пропади он. Никто и не спохватится. О, ну, вы-то по 2 семестра в институте не появлялись. Студент Страхов только на сессии являлся. Ты прогуливал? Итак, в один прекрасный вечер его сбивает машина скорой помощи и привозит куда правильно? В институт трансплантологии, где доктор Гелев моментально пересаживает его печень какому-то очень небедному человеку. Сейчас такую операцию себе не каждый позволит. Страхов, сядьте за стол, не маячьте перед глазами, вы меня нервируете. Так вот, тело-то студента сразу кремируют, поэтому провести эксгумацию, посмотреть, все ли там органы на месте, уже не представляется возможным. Анна Андреевна, что это? Печень куриная. Студентов я не потрошу. Анна Андреевна, да вы гений. Срочно брать пункцию у этого мистера Икс. Напугал. Серьезно, серьезно. Это единственный шанс доказать, что печень пересажена именно от жертвы. Если бы у нас был биологический материал... Ерунда, найду. Найду. Всегда остаются. Волосы остаются, обрезки ногтей. Ну. Алло, Сергей Михайлович, это Огарева. Скажите, а мы можем отправить официальный запрос в Институт трансплантологии? Да, нам нужно узнать имя пациента, которому делали операцию по пересадке органа. Да, хорошо, поняла. Да, я все оформлю. Спасибо, Сергей Михайлович. Валентин Иванович? Чем обязан? Здравствуйте. Меня зовут Евгения Огарева, я из Следственного комитета. О, как. Могу я с вами поговорить? Легко. Здравствуйте. Что случилось? Есть новости? Есть идея. Только вы мне должны помочь. Хорошо. Да? Идемте. Да. То есть мне сделали подпольную операцию? Шутите? Я вообще-то у них на учете состоял. Да, я заплатил доктору деньги в конверте. И что мне? Взятку предъявите. Смешно. Да я с вами не про взятку разговариваю. А про что? Про человека, который дал вам шанс. Угу. Пункция, вообще-то, очень болезненная история. Вы себе это представляете? И потом, кто вам сказал, что я позволю сделать из себя подопытного кролика? Вы что там у себя в комитете? С ума посходили. Дайте мы иголочкой потыкаем вашу печень. Мы не знаем, чья она. Какая разница, чья она была? Сейчас она во мне, она моя. И у вас ее никто не отнимет. Но человек, который отдал вам ее, погиб. Ему было всего 20 лет. Он был очень одаренный. Он мог бы сделать карьеру, жениться, родить детей. Построить вот дом, как у вас. А сейчас он лежит на кладбище. И все, что вы можете сделать в данной ситуации, это помочь нам найти того, кто отнял у него жизнь. Просто в знак благодарности вы можете это сделать. Я услышал вашу точку зрения, вы услышали мою. Разговор окончен. Ни зубной щетки, ни бритвы, ни расчески, вообще ничего. Тут убирался кто-то, что ли? Да нет, Сережа просто порядок любил. Он тут снимал дом у знакомых. Каждый день на электричке ездил в институт. Ужас, да? Правда, он оставался у меня иногда ночевать, но это было так... Редко, когда отца не было. Угу. А отец кто у нас? Павел Бойцов. Павел Бойцов. А он не родственник там из
Погодите, Павел Бойцов? Да. Погодите, так вы что, дочь зампрефекта Центрального округа? Да, и что? Чего, кланяйтесь, батюшки, кланяйтесь. Я с ним хоть чуть-чуть дознаком. Слушайте, а чего же вы тогда, как бедный родственник, пороги обиваете, когда у вас такой ресурс? А вы считаете, что я должна непременно этим пользоваться? Да. Знаете, вообще-то у меня есть принципы. Я училась на юриста и хочу, чтобы все было по закону. И где нас учили этим принципам? Ну, допустим, в Гарварде. Конечно, где же еще? Да какая разница, я хочу пользоваться ими здесь. Тем более, мой отец вообще не любил Сережа, он даже не стал бы мне помогать. Это что за зверь? Похоже, ваш Сережа вообще нам ничего не оставил. Ой, ну а что ты хотела? Чтобы он тебе свою печень на блюдечке, да с голубой каемочкой? А еще он позвонил этому врачу Гелеву и наябедничал. А Гелев тут же перезвонил мне и давай орать в трубку, что пункция угрожает жизни его пациента. Что я угрожаю жизни его пациента, представляешь? Слушай, пусть он не сочиняет, ничего ему не угрожает. Хочешь, позвони моему мужу, он все-таки хирург. Слушай, Жень, смотри. О, Господи. Красота ведь, а? Неземная. Слушай, мать, тебе надо купить новый лифчик. Да, Галь, сейчас для меня это самое важное. Огарева, ты ничего не понимаешь. Когда у женщины есть новое белье, у нее есть стимул раздеться. Это очень хорошо. Поздравляю. А ты кто? Это Лиза. О, Лиза. Ну, нам же нужен, ну, что-то Сережина. Он у меня дома причесывался, и расческа у меня. И на ней его волосы. Этого будет достаточно? Да, это очень здорово, Лизонька. Только не надо ничего уже, потому что у нас же все равно разрешения нет. Темные его, светлые мои. Я все рассказала маме. Она обещала, что тот человек, который отказался, в общем, он согласится. Понятно. Да нет, нет, я сама лично ей ничего не просила ни о чем. Она просто видит мое состояние. Ну, вообще-то Сережа ей всегда очень нравился. Она считала, что у него есть характер, амбиции. А отец? У него брак — это сделка. Он мне даже жениха нашел. Знаете кого? Туркова. Знаете Туркова? Из управления делами президента. Во-первых, он старше меня на 15 лет, а во-вторых... Ладно, неважно. В общем, мама всегда на моей стороне, но перед отцом она пасует. Ирина Алексеевна. Роман Андреевич. Здравствуйте, детка. Я на минутку, просто познакомиться. Во-первых. Во-вторых, сказать, что это ваш бизнесмен уже едет делать. Ну, впрочем, неважно. Так что держите меня в курсе. Лиза даст вам телефон. А как вам удалось-то это? Ну, он печень свою купил не для того, чтобы на рыбалку с ней ездить. Я сделала ему очень заманчивое бизнес-предложение, которое интересно нам обоим. Здрасте. Привет. Не готова еще? Лиз, иди домой. Я тебе позвоню. Я понимаю, что я вас задергала. Да ничего ты меня не задергала. Ну, просто глупо сидеть здесь и ждать результатов. От этого они быстрее не появятся. Может, не поймите, надо поехать. Лиза, ну, успокойся. Ну, все нормально, сейчас пройдет. Когда что-то есть, ну, послушай, мы этого не ценим. Я так часто на него кричала.
ругалась. Все время хотела чего-то там доказать. Да, алло. Да, хорошо, я посмотрю. Теперь мне просто жалко тех дней, часов, минут, просто, когда мы могли быть вместе с ним. Да, я понимаю. Но все же лучше тебе сейчас поехать домой. Тебе нужно отдохнуть, слышишь? И не волнуйся, как только я что-то узнаю, я тебе сразу позвоню. Ладно? Слушай, Страхов, я хотела тебе сказать... Готов анализ ДНК. Это печень не нашего мальчика. Я его видела. Я его точно видела. Сейчас. Точно. Это он, да. Я тогда там, а он с доктором разговаривал. Точно. Так, так, точно, все, точно. Угомонись. Стоп, точно. Стоп, стоп, спокойно. Давай сначала. Кто он? Кого ты видела? Я только что в коридоре видела человека. Он выходил из кабинета, не знаю, ну, кажется, вашего главного. Ну, у него вот здесь. На щеке пятно. Спутать невозможно. И главное, что он был тогда же в институте трансплантологии. Точно он, я вам говорю. Что это, совпадение? Когда мы заводили дело, вы были не против. Когда мы отправляли запрос в больницу, вы дали согласие. Только вы забыли сказать, что это связано с дочерью Павла Бойцова. А почему это так важно? Потому, голуба моя, что я не хочу иметь проблемы с префектурой. Они уже начались. Сегодня приходил человек от Бойцова и сказал, что его босс очень озабочен. Чем озабочен? Судьбой Сергея Решетова? Ты что, издеваешься? Огарева, или в каких облаках ты витаешь? Да плевать он хотел на вашего Решетова. Он волнуется за свою дочь и за репутацию свою и своей семьи. И он не хочет, чтобы его фамилия была связана с убийством. Я думаю, что его можно понять. Я понимаю. Если его фамилия не связана с убийством, его репутация останется незапятнанной, да? Так ты постарайся не связывать его фамилию, если ты, конечно, правильно меня поняла. У человека, который приходил к Бойцову, было родимое пятно на щеке? Что? Да, было. Спасибо. Пора пообщаться с этим Бойцовым. Зарика, ты понял, что сказал твой начальник? Пора пообщаться с этим Бойцовым. Ой, подхалим же ты, Зарика. У Бойцова были карьерные планы, связанные с замужеством Лизы. Лиза на папины планы начхала. Если Бойцов считал Решетова реальным препятствием, то он вполне мог устроить аварию. Его человек был в больнице, явно не за медицинской помощью. Они или в сговоре с нашим доктором, или хотели убедиться, что Решетов точно мертв. Между прочим, есть на ходу вредно. Я уж не говорю про то, что вы едите. Предлагаю закончить разговор в ресторане. Я плачу. Я не против. Так, меня кто-нибудь слушает? Я слушаю. Есть одна проблема. Кустицкий намекнул на то, что нам нельзя приближаться к Бойцову. А намек начальства все равно, что приказ. Да, только намеки начальства на дружеские беседы не распространяются. Могу тебя с собой взять в качестве своей девушки. Забудь. Хорошо, забыл. Тогда один пойду. Ну, с удовольствием сыграю роль старшего следователя. Допрошу единственного подозреваемого. Ладно, постараюсь сыграть роль твоей знакомой. Да, печальная история. Мне этот парнишка не нравился. Ну, что поделаешь с дочерью? Они вырастают и делают, что хотят. Ты еще теннис не забросил? Да, так, время от времени. А я раз в неделю железно. Может, составишь компанию? Сейчас? Ну как, без белых штанов? Ну, это мы найдем. Не, боюсь.
Выиграю, а ты ведь не простишь. Не прощу. Только я не проигрываю. Угу. Так чего говоришь? Трудно с дочками, да? Да не то слово. С парнями что? С парнями разговор короткий. Угу. А с девками ты про дело, она тебе про чувства. А что ваш подчиненный делал в институте трансплантологии, где умер Решетов? А твой знакомый что, из органов? Ты знаешь, мы ведь не так близко-то знакомы еще. До профессии не дошло. Ленечка, а вы случайно не из органов, нет? Да, Ромочка, я именно оттуда. И очень хочу услышать ответ на свой вопрос. Девушка, я вам вот что отвечу. Мой подчиненный от моего имени пытался помочь этому безродному придурку. Хоть он и придурок, но Лиза мне не чужая. Ну и как вы ему помогли? А этого не понадобилось. Он уже умер. Ну и что, обязательно было следака включать, что ли? Нет, лучше бы я еще 2 часа прослушала милые разговоры о воспитании дочери, успехе в теннисе. Ты знаешь, что хорошие манеры не мешают замечать очень важные вещи? Типа белых штанов? Нет, типа вон того синего мерза. Тихо. Посмотри. Мы тут с тобой торчим, как бельмо на глазу. Давай хотя бы поцелуемся для маскировки, что ли? Лучше подеремся для маскировки, так будет убедительнее. Давай и то, и другое. Нужно проверить, что там под слоем краски. Но в любом случае сейчас это не получится. Ну, не сейчас, так позже. Попали, это точно. Знаешь, что мне сказала эта девочка? Ну, Лиза, когда у тебя что-то есть, то ты это не ценишь. Страхов я понимаю. Со мной, конечно, нелегко, но я хотела тебе сказать.
так надо. Ребят, быстрее, быстрее. Ну, давай, давай. Быстрее. Давай, давай, давай. Значит так. До утра нужно убрать весь снег. И вскопать весь участок. Кто находит посторонние предметы на земле, отдает мне за это дополнительная плата. А какой предмет надо копать? Не твое дело. Иди копай. Ты что, веником собрался копать? А чем? Чем-чем? Руками копай. Ты понимаешь, что тут происходит? Не. Я хотя бы знаю, где мы находимся. Ты дом Решетов снимал. А вот чего этот фраер тут делает? Вот пойдем у него и спросим. Погоди. Возьми хотя бы орудие устрашения, оставь. У меня есть орудие посерьезнее. Будем разговаривать. А что я сделал? Ну, во-первых, вы незаконно проникли на чужую территорию. А во-вторых... Я вообще сюда случайно попал. Участки перепутал. Заблудился. Слушай, да у меня человек 10 свидетелей. Свидетель? Они по-русски вообще не понимают. Они-то не понимают. Но мы с тобой по-русски говорим, правда? Ты откуда про коробку-то знал? Банк он их не клал. Я проверял. Квартиры тоже нет. Вот я и подумал, что я-то здесь зарыл поблизости. Сколько здесь? Должно быть 1100 зелеными. И откуда у бедного студента такие деньги? А ты как думаешь? Я-то не думаю, я знаю. Мне интересно, что ты скажешь. Ну, в общем, Лиза втюрилась в этого студента. Бойцов с ней раз 100 беседовал по-отечески. Но она его не слушала. Помнишь, ты еще в Брашку лежишь, дрянь такая? Ты помнишь, что я тебе обещал? Ну, потом Бойцов решил сам со студентом поговорить. Слушай, Аннань, ты сейчас возьмешь эти деньги и больше не будешь видеть мою дочь. Лучше уезжай из города. Здесь денег хватит. Ясно? Студента машина сбила. Но если ему теперь деньги не понадобятся, почему я не могу их взять? Да потому что.
Так, Рештов бойцов не убивал, понятно. Зачем убивать кого-то, кому можно просто заплатить? Газель не перекрашивали, то есть... Три слоя краски есть, и все синие, и что? Нам везет. Подозреваемых нет, деньги Рештова исчезли, и Кустицкий с меня три шкуры снимет за то, что мы тронули человека Бойцова. Ну ладно, найдем того, кто деньги взял, и преступника найдем, правда? Успокоил. Интересно, деньги что, меченые? Как ты собираешься их искать? Ну, надо подумать, подумать, подумать. Мне как-то одному не думается. Знаешь, Страхов, мне тоже нужно подумать. Вот только мне для этого твоя компания не нужна. Так я, собственно, и не тебя имел в виду. Да, Анжелочка, да, дорогая моя. Ну, конечно же, я соскучился. Ну, что ты? Да? Какие новости у тебя? Прям вот совсем коротко. Под мальчика? Слушай, я хочу это видеть немедленно просто. Вот прямо сейчас. Конечно, я позвоню. Да, конечно, родная. В конце недели, да. Целую тебя. Подвезти, красавица? Давай. А то моя машина в сервисе, а муж не любит, когда я задерживаюсь. Ну, так садись, не будем мужа огорчать. Почему мне кажется, что будем? Да, Лиза. И не очень поздно. Вы можете говорить? Угу. Да могу, конечно, могу. Мне нужно с вами увидеться. Вы не могли бы приехать? А куда ехать? Сейчас я вам адрес скажу, пишите. Я пишу, пишу. Красавица, вискарь двойной и ротик отдельно, хорошо? Давно тут? Это отец? Это он, да? Что? Нет, нет. Хорошо. Иначе я убила бы. Взяла бы. И убила бы. Ваше здоровье. Лиза, а о чем Сергей мечтал? Жениться нам не мечтал. А что смешного? Не, ну это ясно. Это понятно. А еще о чем? Бизнес свой открыть. Какой бизнес? Где? Слушайте, я сейчас вообще не хочу говорить с Сережей. Я просто хочу взять... Все забыть. Все. Только у меня что-то не получается. А как вы думаете, сколько
за целую жизнь можно полюбить раз. Много. Давай-ка я тебя домой отвезу. Спасибо, что проводили. До свидания. Ирина Алексеевна просила передать. Если ты будешь заниматься чепухой с ее дочерью, тебя по стенке размажут. И знакомые не помогут. Вот тебе такое предупреждение. Ты понял? Да. Понял. Все понял. Спасибо. Наберись терпения. Сейчас же все увидишь сама. Не можешь обойтись без дешевых идей? Нет, не могу. Ты, главное, помолчи и внимательно смотри на выражение его лица, ладно? Обязательно. А вот и он. Здравствуйте, доктор. Здрасте. Здравствуйте. А где Решетов-то? Вы же видели медицинское заключение. Видели? Видели. Но там не написано, где он. Мертвые находятся на кладбище, насколько мне известно. Да вы что? Мертвые на кладбище. Это вы верно сказали. Ну а Решетов-то где? Сергей Решетов. Живой, невредимый, надеюсь. Где? Тот самый мальчик, который думал, что любит девочку. А потом выяснилось, что бабки там любят гораздо больше девочки, потому что они открывают перед ним широкие перспективы. Но просто так взять бабки или нет, он не мог. Потому что еще маму знает, маму Лизы, которая любому башку отгрызет, кто дочь обидит. Верно ведь? Я на минутку. Только познакомиться. Был придуман план благородного исчезновения, да? Есть доктор, которому он 7 лет ходил кровь сдавать. Тот за небольшое вознаграждение решил, что может выписать ему справочку о смерти. Но просто так справочку о смерти не выпишешь, да? Вот и пришлось им устроить небольшое дорожно-транспортное происшествие. Так? Семь лет не курила. Пока Лиза не рассказала мне, какой же он урод. Мерзкий, гнусный урод. Вы Лизе рассказали уже? Нет. Как только мы приехали, вы позвонили. И не надо. То есть, мне кажется, она должна знать в первую очередь. Что значит? Что мужики дерьмо такое неблагодарное? Зачем ей в 20 лет становиться злой? Еще успеет. Пока пусть верит в сказки. Но... Я запрещаю вам. Я мать. И мне решать. Вы сделали все, что могли. Я бы предпочла знать правду. Ну, разумеется. Она не права. Может быть. А где... Где твой конь-то железный? В стойле. Да. Может, подвезти? Ну, давай. Прошу. Спасибо. Держи. Это тебе. Как бы компенсация. Ух ты, а? Надо же, не ожидал. Спасибо, очень приятно. И цвет угадала, мой любимый цвет. Правда, огромное спасибо тебе. Да не за что. Ну,
куда едем? Красносельская. Лично. Красносельская. Там, знаешь, что у меня в бардачке зарядка, если не трудно, достань, пожалуйста. Я лучше на метро. Так быстрее.